Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моим небольшим покупкам и частичным подаркам. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Начну, пожалуй, с двух маленьких подарков, которые дальняя родня моей родни через мою бабушку каким-то загадочным образом решил подарить мне. Видимо, это в честь 8 марта. Да, кстати, с наступающим женскую половину населения YouTube и не только YouTube с 8 марта. И, может быть, на 8 марта я все-таки сподоблюсь на поздравления тоже. И с прошедшим 23 февраля, хотя это уже, конечно, очень давно было, но я была в разъезде, соответственно, не смогла записать видео. И вообще как-то забыла, что 23 февраля это праздник. Так, начну, пожалуй. Это вот такой вот гель, крем, формула 316. Легкий гель с натуральным соком алоэ вера, предназначен для регенерации увлажнения кожи после принятия солнечных ванн. Это у нас, значит, алоэ вера, флорисан, гель, регенерирующий после солнца, с гиалуровой кислотой и экстрактом зеленого чая. Быстрая помощь при солнечных ожогах. Интенсивное увлажнение, пантенол. Я так подозреваю, это покупалось в фикс-прайсе, но дареному коню зубы не бьют. 150 мл. Вообще, так, активная база экстракт алоэ, экстракт зеленого чая, депантенол, витамин Е, кислота гиалуровая. Равномерно нанести средство на кожу лица и тела. Я подозреваю, что если алоэ вера в составе, то его можно, в принципе, использовать как просто увлажняющий гель после, допустим, тех же ванн. Потому что есть такие подобные крема, допустим, в той же Green Mommy есть для лица крем с алоэ вера. Есть вот такое вот Нефрашевское для лица, тоже с алоэ вера. Он, правда, более пожиже. Ну и алоэ вера, оно, в принципе, действительно увлажняет. Сейчас я это вскрою при вас, потому что оно у меня уже несколько дней, но я еще пока не вскрывала даже его. О, оно запечатанное, значит, вскрывать я его не буду. Потому что лето у нас пока не скоро, и если я вдруг куда-нибудь поеду, да даже в ту же деревню, на дачу, то я его, в принципе, использую. Вот такой вот флакончик. Так, а еще у меня был вот такой вот кремик. Вообще, у меня где-то была от него коробочка. О, да, вот, кстати, вот она, моя коробочка. Вот был вот в такой коробочке кремик. Ну, раньше я на такие вопила. Особый фитосбор для молодости. Действует в 5 направлениях. Тут, значит, золотой корень, чистый экстракт петрушки. Кстати, петрушка есть в креме Green Mommy. Для крема под глазами, каким, в принципе, это тоже является. Молочко овса, ромашка лекарственная, цветы клевера. О, я не знала, что цветы клевера увлажняют. Я думала, что они только для сердца полезны, если их заваривать в чай. Или так, хавать, кушать. В общем, золотой корень, заметное сокращение морщин вокруг глаз. Но у меня они возникают, если я дня 4 не поспала нормально, ложилась очень поздно, вставала очень рано, а потом куда-то исчезают. Сокращение кругов и мешков под глазами. Бывает иногда такое, но я не знаю, круги это или мешки, тоже относится к тому, что и первое, ложилась поздно, вставала рано. Интенсивное питание и смягчение. Успокаивающее действие, снятие раздражения и покраснений. Глубокое увлажнение. В общем, вот такой вот гель-крем, вот он, вот такой маленький тюбик, 25 мл, в общем, хочу его похвалить. Я вообще такие крема пользую не только под глазами, но и на всю часть физиономии, грубо говоря. Он очень быстро впитывается, хорошо увлажняет, и вот буквально нанесла, уже практически его не чувствуешь, и кожа очень классная. Я его и под глазами утром пользовала, и иногда на все лицо, потому что у меня сейчас вот здесь в этих местах она немножко шелушится, кожа. У меня, кстати, еще остался этот Саша Житовый, вот этот кремик. И вот этот, он намного легче, чем вот это чудо. Хотя этот мне очень тоже нравится. Вообще, мне крема мало где нравится, а в чистой линии я их вообще ни разу не пробовала. Но благодаря Саше Житовой, если ты меня смотришь, привет тебе. И моей родне-родни. Вот такой вот кремик. Сейчас я сделаю сводчик. Он вот такая вот тут дырочка, дозатор. Он довольно легко выдавливается, он такой, не сказать, что густой консистенции, средний, скорее всего. Приятный запах, не сказать, что это химия, но, скорее всего, каким-нибудь ближе к травам. И вот он впитался, все, на руке его не чувствуется, ну, только чуть-чуть может блестит кожа, но у меня, в принципе, и это блестит кожа, хотя она ничем не помазанная. Так. И чуть было не закончила свой маленький обзор, забыв вот это показать. Вот такое вот чудо я сегодня купила в Дикси. Вообще по скидке.
когда оно там было, меня что-то жаба душила, вообще не знала, что это такое, зачем оно мне надо, потому что шипучую соль я с недавних пор, с прошлого года начала делать сама, мыло тоже варю периодически, ну а тут соль для ванн можно купить. Это кафе красоты Le Café de Beauty, точнее de Bateau, Le Café de Bateau. Да я что-то снова уже перешла на русско-английский, что со мной бывает, хотя перевод я делала уже практически неделю назад, свой последний. Вот, кстати, тут можно открыть, но вообще тут вязочку сейчас я сниму. Про бьюти-кафе, про кафе красоты я от Аленки услышала впервые еще, может, месяца два назад. Мы с ней собирались в какой-то магазин зайти и посмотреть там это бьюти-кафе. Потом я нашла сайт их в интернете, ну и они, в общем, позиционируют себя как косметика ручной работы. Что у нас сзади написано? В принципе, магазин я еще сегодня увидела, действительно, вроде как ручной работы, подарочный набор, цветочное вдохновение. Твердое глицериновое мыло ручной работы кафе красоты 100 грамм. Ну, тут бла-бла-бла-бла-бла, всякий состав, включая ту самую основу, про которую некоторые отзываются, ну, когда очень, когда не очень. Основное тут гель алоэ учитывается, масло жожоба и масло кокоса. Использовать как обычное мыло. Как его еще использовать? Ну, не есть же. Соль для ванны кафе красоты 200 грамм. Масло виноградной косточки, экстракт алоэ вера. Способ применения 100 грамм соли на одну ванну. В общем, в принципе, я сегодня могу половину пакетика уделать, если вдруг соберу все-таки ванну. Так, бурлящий шар для ванны, кафе красоты 110 грамм. Тоже масло жожоба, экстракт алоэ. Так, сделано это в России. В Москве где-то там. Срок годности до сентября 2017 года. После открытия 12 месяцев. Так, сейчас я это перед вами уж тут распакую. Заодно вместе с вами посмотрим, что это такое. Так, это у нас вот как раз это кафе красоты бурлящий шар для ванны. Такой двухцветный. Ну что такой, нехиленький, 110 грамм, хороший шарик. Это у нас такое интересное мыло. Может быть, сегодня его попробую. Хотя у меня еще лежит мыло от Аньки, которое из Владивостока. Если все-таки она меня смотрит, то привет ей. Хотя мыло как-то странно мылится. Ну да, не суть. У меня там еще мыло скраб лежит. Вообще оно похоже на леденчик, на конфетку такую. Я бы его съела. Хотя я недавно напоевший. Так, и вот такой небольшой 200-граммовый пакетик соли. Такой узелок, что ты его развяжешь. И, ну, вообще, вот я его чуть-чуть подергала, этот пакетик. Очень вкусно пахнет. Чем-то таким и чуть сладеньким, и чуть фруктовеньким. Хотя, кто у нас тут вообще? Кокос? Жожоба? Я не знаю, как жожоба пахнет на самом деле. Но чем-то таким, точно не алоэ, не кокос, чем-то таким очень вкусным. Кстати, виноградом больше. А, да, тут в соли как раз виноградное масло. Вот именно виноградом, причем таким красным виноградом, пахнет очень вкусно. Вот такая небольшая покупочка и небольшой подарочек. Если вам было интересно это видео, то я очень рада и до новых встреч. Пока!